Итак, задам всего несколько вопросов. Первый вопрос. Здесь, на этом фестивале, есть люди, которые уже посещали это мероприятие? А есть люди, которые на этом мероприятии первый раз? А давайте узнаем, сколько людей из Смоленской области на фестивале? А сколько людей из самого города Смоленска на фестивале? А теперь давайте смоляне и смоленск помолчим, и нам узнаем, сколько приезжих из других городов на фестивале. Примерно получается по 30%. На фестивале у нас народа много. Давайте еще парочку вопросов. Кто узнал о фестивале из группы ВКонтакте? Так, а кто узнал из фестивалей по радио? А кто узнал из Фейсбука? Вот, это мало. А из Инстаграма? Так, а кто узнал о фестивале от своих друзей? Ну вот, получается, на рекламу денег тратить не надо, надо просто хорошо делать мероприятия, и все мы здесь соберемся. Через несколько минут выступит группа, которой у нас еще не было на фестивале, сейчас там все объявят. На данный момент буквально через 5 минут заканчивается конкурс «Мисс Звездопад» голосования. Желаю вам хорошего настроения, мы дали позитивные эмоции. Всем еще раз огромное спасибо. Все будет восхитительно. Спасибо.